Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас обзор первой посылочки из Oriflame, заказ 15-го каталога. Здесь даже не одна посылочка, а сразу две, потому что я отправила заказ сначала на 150 баллов, а потом мне срочно потребовалась еще продукция, и я отправила следом еще один заказ. Кот у нас убежал. Ну ладно, будем без него рассматривать продукцию. Ну, про накладные я рассказывать ничего не буду. Заказ примерно получился, даже не примерно, а четко 200 баллов. Такой хорошенький пакетик, люблю пакетики. Ну и начнем, наверное, с самых крупных вещей. Наконец-то пришел чайник. Чайник-выручальник. Кто участвовал в акции, не помню, как она называлась, в лучших традициях, мне кажется. Нужно было собирать баллы. Ой, какой он классный. Сейчас открою. Регистрировать новичков, по-моему, да, что-то такое вот было интересное. Самим баллы делать по 50, как минимум. Классные коробки. О, отлично, большой чайник. Как я люблю просто. Сейчас его накроем крышечкой. У меня остался еще молочник, и мне придется супница, как только появится на складе. Так, какой красавчик, смотрите, чудо. И мне нравится его форма и размер, и у меня будет целая коллекция. Когда мы переедем в новый дом, я буду пользоваться белой посудой. Я очень рада. Так, еще один огромный продукт. Я думаю, что вам любопытно, что это. Я взяла со скидкой 50%. Сумку. Новая сумка. Мне, конечно же, не терпится вместе с вами ее рассмотреть. Я ее уже смотрела кратенько, так быстренько. Во-первых, она приходит вот в таком шикарном чехле. Пусть бы все сумки так приходили, потому что действительно очень удобно их так хранить. У меня очень много сумок. Это будет, по-моему, 66-я уже. Такой весь переливающийся чехольчик. Просто шедевр. И смотрите, как она вся упакована. Чехольчики, пленочки. Вот тут вот пленочка снимается. Вот тут она вся держится. Пленочку убираем. И внутри она черная. Есть кармашек на молнии. Там ничего такого примечательного. Очень удобная форма. Посмотрите, какая она квадратненькая. И какая она красотка. А ремешок отстегивается. И можно снять ремешок и, например, сюда повязать какой-то шарф. Красивый. Как раз, который будет подходить под ваш наряд. То есть, чтобы как акцентным сделать эту вещь. На плечо, например, одела так. А можно за один отпустить и удлинить немножко, носить вот так. То есть, она будет длиннее. Класс. А можно, знаете, что сделать? О, вообще круто. Мы снимаем эту цепочку. Она легко очень снимается. И одеваем ее как ожерелье. Оп-оп-оп. Два раза обмотались. Застегнули. Хвостики вынули. И вот у нас еще дополнительная цепочка. Вот я в ней сейчас и буду здесь перед вами воображать. Пусть будет. Так, классно. У меня там есть уже один ошейник. Сумка просто восторг. Мне очень нравится, что у нее такая оранжевая окантовочка идет по контуру. Она такая незаметная, но она есть. И она очень акцентная. Очень крутая. Отпечатки не остаются. Ну, то есть остаются чуть-чуть, но незаметно. Даже вот остался, я тут же его пальчиком так протерла, и она опять вся блестит. Очень похоже по качеству. Если помните, у нас была такая же в прошлом году лаковая красная сумочка. Тоже ее обожаю. Ну, прелесть просто. Просто прелесть. Поэтому я прям рекомендую. А с 50% скидкой получается вообще копейки. Далее я взяла себе долгожданный шарф. По-моему, называется Solange. Он из вкладыша. Если у вас есть бумажный каталог, то вам доступен еще вкладыш при заказе на 500 рублей из каталога. Как он называется? Да, Solange. Всего 499 рублей. Со скидкой это всего 400. Покажу вам, как он выглядит. Я на него сразу засмотрелась. Во-первых, что мне понравилось. Он тепленький, он широкий, он очень длинный. То есть он прям длинный-длинный. Давайте я им обмотаюсь, чтобы вы поняли, насколько он хорош. Вот. Вот, то есть он прям вот хорош-хорош. И самое важное, что он не такой уж и тонкий, и его можно будет носить и зимой, и осенью. И просто как дополнительный аксессуар. То есть он какой-то вот такой легкий, воздушный, за счет гофре, легкого такого гофре, надо будет его постирать. Я думаю, его гладить не надо, а просто постирать и повесить, чтобы он просто стек, и все, чтобы складочки ушли. Я в восторге. Ой, все, я теперь вся лохматая. Я расправлю свои хвостики. Классный шарф.
прям супер. Но я все его не покупала, думаю, когда-нибудь будет на него скидка огромная, и, конечно, я его возьму. Далее, в заказе у меня пока один гель для душа Discovery, японские церемонии. Просто потрясающий запах у этого геля, и он очень концентрированный. Здесь 400 мл, он вышел всего 79 рублей. Ну, я разве могла его не взять? Я взяла их еще, попозже придет заказ, еще кучу взяла. Это под заказ крем для век. Раньше он назывался «Невероятный эффект» серии Optimal Hydra. Теперь его немножечко обновили, но эффект остался тот же невероятный. Он прекрасно убирает припухлость под глазами, темные круги. Так что рекомендую этот крем. О, я взяла себе украшение. Новиночка. Ожерелье на... Ой, оно так упаковано, смотрите, достала из одной коробочки. Тут коробочка. Открываю коробочку, в ней мешочек такой красивейший, с такими кисточками. Прям вообще драгоценность. Открываю мешочек, здесь все в бумажечке. Открываю бумажечку, там еще одна бумажечка. Шутка. Вот, открываю, и здесь такое вот малюсенькое, нежненькое. Ой, какое хорошенькое. Боже, слушайте, а его можно как браслетик будет носить. То есть это ожерелье, оно будет прям вот в ерёмной ямочке храниться. Да? Я сейчас... Да-да-да. У меня тут мое ожерелье, сейчас я так подвину. То есть оно такое прям... Вау, слушайте, прелесть. Интересно, что скажет моя дочка по этому поводу. Оно на... Такая вот веревочка перекрученная, нежно-нежно-розовый цвет. И здесь цельная, то есть камешек, такой кристалл, он не болтается, он прям приклеен к кристаллу, к стразику, который находится в золотистой такой вот, в золотистом футлярчике, вот так сказать, окантовочке. Слушайте, это чудо. И у нас же акция идет, если взять такое ожерелье сейчас, из каталога, там, по-моему, за 600 рублей, то у нас будет огромная скидка. Сейчас вам точно скажу, я же сама забыла от счастья. Забуду, дыхание стерла. Будет скидка, где же она, вот. 50% на любое украшение из новой коллекции Nour Skin. Класс! А, это колье 699, ну, со скидкой будет там 500 с чем-то стоить. Слушайте, вот это класс! И прислали журнал с новой коллекцией украшений, и я сегодня, когда его получила, просто здесь утонула, и я наметила себе, знаете, какое украшение? Агатовое искушение. Мне так понравилось, с таким красным яблочком, вот такой красно-оранжевый цвет. О, как раз у меня такого вот камешка нету, а иногда нужно вот подчеркнуть образ, что-то красненькие какие-то детальки. Но мне этот комплект очень понравился, так что воспользуюсь скидкой 50%. И возьму себе украшение. Так, убираю коробочку. Дальше. Под заказ новая тональная основа Master Creation. Тоже заказала подруга. Антивозрастная тональная основа. Кстати, без скидки берут. Два флакончика еще сегодня один заказали. Антивозрастная просто улет. Вот кто ее уже взял, попробовал, получил свой классный эффект. Уже люди не хотят брать другие, говорят, ну и пусть что дорого, все равно закажи мне именно этот. А, так, здесь у меня новенькая помада с медом, кстати. Ой. Ой, как хорошо пахнет. Такой не сильный аромат, ненавязчивый, но он такой прям вкусненький. Бальзамчик, обычный бальзамчик для губ. И я взяла себе такой же крем для рук. Вы же знаете, я кремы обожаю, как его открыть. Я сейчас его сразу попробую, капельку крема. Белый цвет, очень густой крем. Мед и миндаль. Должно быть очень вкусно. Очень густой. Ну, хорошо растирать. У меня просто кожа такая сухая. Для меня вот кремы эти густые, они мне прям в радость. Ух ты, мед прям. Ой, слушайте, он такой вкусный аромат. Надо будет еще таких взять. Это я прям люблю такие вкусные запахи. Вот, рекомендую из вкладыша лак с блестками для ногтей. Такие крупные-крупные. Сейчас поближе вам поднесу, чтобы увидели. Крупные-крупные блестки. Такие коричневые, рыжие, золотистые. Это так красиво на ногтях выглядит. В прошлом году был этот лак, потом он закончился на складе. Я не успела себе взять, потому что я его выписывала. У меня тут же его кто-то выпрашивал. Никому даже показывать не буду. Просто себе взяла и все.
Так, новинка. Крем для ног с ароматом граната. Какой дизайн? Посмотрите, какой красивый этот флакончик, такое оформление. Ну и тоже мы его попробуем на другой руке. А то я сейчас как начну все пробовать. Я себе взяла, поэтому я все пробую очень смело. Я беру всегда себе новинки, и сразу я сегодня пойду клиентам, возьму их с собой, дам понюхать, дам попробовать. И соберу новый заказ. Хороший запах. Такой тонкий, такой приятный. А кремы эти, они тоже жирненькие. Если у вас сухая кожа на ногах, то этот крем, он шикарно справится с этим, с сухостью и все уберет. Так, взяла два средства для ногтей. Одно закрепляющее покрытие для лака. Очень классная вещь, кстати, с эффектом такой гель-лака. Получаются такие ногти, как будто бы в салон сходила. И взяла средство против расслаивания. Кстати, оно у меня будет, мне кажется, еще в том заказе. Средство против расслаивания. Очень классная штука, прям рекомендую. Раньше брала, у меня кончилось, и я все время пользовалась вот этой новенькой гель-пенкой. Гель-пленкой, который под лак и снимается вместе с лаком. И хочется теперь вот попользоваться еще какое-то время таким вот восстанавливающим средством. Будет прям очень здорово. Вау, сегодня будем сладко спать. Мы, в принципе-то, и так хорошо спим, но иногда бывает какое-то перевозбуждение такое. О! Ну, я не могу сказать, что этот аромат приятный, там, какой-то вкусненький. Но я думаю, что здесь в составе какие-то травки, скорее всего, да, и его на постельное белье, то есть он для тела и постельного белья. То есть можно распылять на тело, постельное белье перед сном и так далее, а можно просто... Ну, такой свеженький, неплохой аромат. Ну, блин, вот люблю я просто очень вкусные такие вот насыщенные ароматы, я ничего с собой сделать не могу. Ага, крем ночной. Ночной крем, антивозрастной, это под заказ, я же испугалась, потом вспомнила, что заказала клиентка. Это все той же клиентки, спрей Love Potion So Tempting. У меня тоже такой есть спрей, он такой в форме фигуры, как будто в корсете, я его обожаю. Вот я им все лето пользовалась, только он легенький, приятный, так вот убирается. Здесь у меня 4 набора. 4 набора. Сейчас сразу все достану. Все под заказ. 4 туши. Если вы видели, акция идет. Закажите тушь. 5. Одно. Аж забыла, как называется. Любую помаду из новой серии The One. Ультра такая кремовая, стойкая помада. И любую тональную основу. Вот мне все заказали. Я даже себе набор не взяла. Кстати, кинулась вчера делать заказ. Уже нет помады, которую я хотела. Сейчас скажу, какого оттенка. По-моему, розовое дерево. Ее уже нет на складе. Да, розовое дерево. Мне она очень понравилась. Я пробник себе брала. Я так думаю, обалдеть вообще. Первая неделя каталога, и уже все. Да, заказ, как говорится, уже не сделал, значит, опоздал. Так. Делаем так, развернемся красивенько. Так, далее. Та-дам! Взяла себе. Я вот маньяк, вы понимаете? Я не могу, чтобы не взять новый аромат, который мне понравился. Каждый каталог, компания меня провоцирует просто. И я взяла этот аромат. Я попробую его прочитать. Luminescence. Очень красивая упаковка. Классная, красивая коробочка. Какой красивый флакон! Оу, даже на крышечке название. Вы посмотрите, какое чудо. Как будто фантастическая космическая капля. Всеми цветами переливается. Розовый, какой-то малиновый, синий, фиолетовый, сверху оранжевый. Вау! И как раз сегодня я еще не пользовалась парфюмом. Поэтому будем делать... Ой, тест. А, какой сладенький. Он мне что-то напоминает. Такие знакомые нотки, но я так и не поняла, какие. Но это очень вкусно, это очень приятное воспоминание. Поэтому я решила, что я хочу, чтобы у меня была эта туалетная или парфюмерная вода. Давайте посмотрим. Парфюмерная вода. Она более стойкая, чем туалетная. Очень красивая, очень вкусная. Я когда пробник получила, если вы смотрели обзор заказа, когда я получила пробник на этот парфюм,
Мы его снимали в лесу. Я его сразу решила, брать не буду. Наношу пробник на арбу, такая сижу, такая, буду. Да, я поняла уже тогда, что я его буду брать. Так, в этой коробочке все, осталась целая гора каталогов. Это уже новый каталог, я уже его посмотрела, обалдела. Отличные предложения нас ждут к Новому году. Это просто шикарный каталог, он и оформлен красиво. Так, здесь все. Здесь еще журнал «Мир Орифлейм», конечно, накладные. Рассматриваем второй заказ. Здесь у меня целая коробка подарков. Почему я стала делать заказ? У меня было много новичков в прошлом каталоге. А сейчас за каждого новичка, который получил заказ на 50 баллов, оплатил его, и я тоже сделала заказ на 50 баллов, мы получаем... сейчас прошу прощения. Мы получаем подарок какой-то из наборов. Каждые 3 дня проходит розыгрыш. Мне прислали 3 набора, и сейчас буду хвалиться. Номер 1, номер 3 и номер 5. И еще у меня уже 4-й будет набор точно, и еще какие-то. Это туалетная вода. Я буду их просто все вместе выставлять, потому что здесь они лежат в куче, в коробке. Вот 5-й набор, помню состав, это My Destiny. Румяна, ой, это не румяна, а пудра блеск Giordani Gold. Тот же тушь, точно это из этого набора тушь. Должна быть еще помада. Вот, помада. Вот что помню, ну, мне кажется, там 5 продуктов, может быть 4. Так, что здесь еще? Это следующий набор. Вот сюда он относится, к этой кучке. Так, сейчас мы его выставим. Тут тушь, туалетная вода, крем для душа и лосьон для тела. Смотрите, сколько подарков вообще. И крем для ног еще с ароматом апельсина. Ой, ну кремов у меня, конечно, полно. Буду раздаривать. Следующий набор. Дайте-ка вспомню. Это сюда же вот относится. Бальзам, смотрите, для волос. Бальзам, кондиционер. О, как много всего. Так, что еще в подарках? Так, и медовый набор, который входит мыло, мед и молоко. Смягчающее средство. 2 средства для волос. Бальзам и кондиционер. Как раз я их очень люблю, маленькие такие, брать с собой в дорогу. Я прям все собираю для того, чтобы в любой момент рвануть в путешествие и быть наготове. Так, ну если что-то еще попадется, и мы тогда туда доложим. И что я еще взяла? Ребята, я взяла себе новую новинку, это обновляющий пилинг, правильно, да? Пилинг для лица Novage. Сегодня буду пробовать. Если вы не взяли, я очень удивлюсь, потому что... О, какой флакон огромный! Потому что кожу нужно поддерживать, за ней нужно ухаживать, с ней нужно все делать максимально, то, что сейчас можно сделать, и обходиться без косметологов. Сейчас посмотрю, какая у него консистенция. Как обычный крем. Густой, белый крем. Нет, запаха не чувствую. И у меня тем более здесь кремы я наносила. Огромный флакон, такой прям, как маска Novage была, такой же, 100 мл. Я попробую, запишу отдельное видео, расскажу свои ощущения, впечатления. Но я уверена, что эта вещь очень достойная. Но в Novage не может быть по-другому. Так, в заказе также еще один тональный крем. Это тоже Ivory Master Creation, тоже под заказ. Их что-то заказывает и заказывает. Вот. И вместо платы за доставку взяла вот такой лосьончик для тела. Мой любимый — кокосовая вода и дыня. Кокосовая вода и дыня. Обалденный, вкусный, потому что заказ маленький на офис делала. Заказала корректор для дочки. Корректор. Заказала несколько кусков мыла. Сейчас по акции идет на последней страничке мед и молоко. Ну, берите прям побольше, потому что разберут в момент. 69 рублей всего лишь кусок медового мыла. У меня уже ничего не помещается. Взяла 2 бальзамчика. Один себе, один племяшке. Мне он так понравился. Микки, как он? Мини Маус. Пахнет клубникой, губки такие классные, вообще просто вот любил, спрячу, никому не дам, потому что не знаю вас. Вот, еще одно средство укрепляющее для ногтей, взяла 2, потому что такая акция классная в этом каталоге. И здесь целая гора, пам-пам-пам-пам. То, что я хотела набрать побольше. Кстати, у меня 4 штуки под заказ, 2 розовых и 2 геля японские церемонии под заказ. Я позвонила подруге, говорю, представляешь, твои любимые гели с огромной скидкой. Она такая, давай 4.
Ну и все. И себе взяла два. Пусть будут, потому что мы моемся, естественно, мы активно. Три человека, еще и собака купается постоянно. И в этом заказе мне тоже вложили каталог с новыми, как сказать, бижутерией, с новыми украшениями полудрагоценными. Все. Какой заказ обалденный, у меня аж такое счастье, такая радость, я обожаю классные большие заказы, куча подарков, очень приятно получить от компании столько подарков, я, конечно же, балдею, вы же меня понимаете, как девочку всегда поймет. Вот, так что спасибо вам большое за внимание, пишите в комментариях, что вы получили в подарок, что вам нравится, какая продукция, задавайте вопросы. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. До новых встреч! Пока-пока!